Ученики детской музыкальной школы практически каждую неделю принимают участие в различных фестивалях – областных, всероссийских и международных. Становятся дипломантами, лауреатами и обладателями гран-при. Дарья Светличная только недавно завоевала главный приз на конкурсе исполнительского мастерства «Радуга талантов». И вот, спустя неделю, новая победа. Лауреат второй степени на смотре конкурсе в столице региона. Дарья исполняла две композиции. Одна называется «Вальс бурлеска», композитор Вильгельм Поп, а другая называется «Вокалист», композитор Рахманинов. А в произведении «Вальс», «Бурлеска» — это быстрое произведение, в нем можно показать свою технику. А «Вокалист» — это медленное произведение, где можно показать звучание флейты. Дарья учится в школе 9-й год, и большую часть этого времени играет на флейте. Для нее это особый инструмент. Дарья говорит, что конкуренция на областном смотре конкурсе была достаточно серьезной. Соперники исполняли сложные произведения. Тем ценнее, по мнению девушки, оказалась победа. Так как я понимаю, что я играю не просто на уровне музыкальной школы, а я могу соревноваться с другими участниками и некоторых обходить. Участие в конкурсе приняли и другие ученики детской музыкальной школы имени Балакирева. Все они показали хорошие результаты и достойно представили наш город. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.